Все меньше времени остается до начала главного спортивного ивента четырехлетия Олимпийских игр в Токио. Нашими атлетами завоевана 71 лицензия. 11 из них принадлежат сборной команде по дзюдо. Перед заключительным этапом подготовки, который пройдет непосредственно уже на родине этого вида единоборства, в Японии вручены денежные премии спортсменам и их наставникам. До начала Олимпиады осталось меньше месяца, но наши дзюдоисты уже готовы показать лучшие результаты на мировой арене. Так, 10 наших спортсменов, из них трое девушек, будут соревноваться за первенство. В их числе Гульноза Матниёзова, обладательница медали «Шухрат». Она получила лицензию для участия на Олимпийских играх. Спортсменка признается, что за этим событием стоят годы тренировок, ведь подсчет рейтинговых очков осуществляется за 4-летний период. Услышала эту новость от мамы и не могла сдержать слез. Родные очень рады и гордятся мной. Невозможно передать словами все эмоции, которые переполняют. Хочу сказать спасибо государству и нашему народу за всестороннюю поддержку. Впереди, уверена, еще новые свершения и победы. За нашими выступлениями будет следить вся страна. И мы приложим все свои силы, чтобы показать лучший результат. Также по поручению главы государства участникам предстоящей Олимпиады было вручено 100 миллионов сумов, а их тренерам 50 миллионов. Высокие цели, ежедневные тренировки и настрой на победу. Именно на этом сейчас сосредоточены спортсмены. Впереди финальный рывок, главное спортивное событие четырехлетия. Пожелаем удачи нашим героям!